Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Bendy and the Ink Machine. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в эту игрушку, и прямо сейчас мы с тобой должны зайти вот в эту комнату, которая называется Maintenance. Там у нас вот такая вот замечательная надпись «Чо-чо». Я не знаю, чо-чо здесь происходит, но мне это не особо нравится. Так, у нас здесь есть паровозик «Work hard, work happy». Эти надписи мы уже с тобой видели. И надеюсь, у нас получится с тобой выжить. Потому что главное в этой игре, это, мне кажется, выживание. Это Бенди? Не особо похож. А, это чувак из предыдущей части. Я его помню. Я его видел несколько раз. Вау! Мне кажется, ли он стал больше? Раньше он был меньше в плане роста. Странно это все. Так, ладно. Мне нужно с тобой нажать вот на этот рычаг, собственно. Вау. Вау. Он что, за мной бежит? Да ладно. Он за мной бежит. Окей. Мне нужно залезть в этот шкафчик. Так, чисто на всякий случай. Залезу сюда. Посижу здесь. А, все, он отстал от меня. Он меня просто не заметил. Он уходит или наоборот ко мне ближе идет? Да, все, он уходит. Давай, сваливай отсюда. Проваливай. Не получилось меня напугать. Мак. Он ушел от меня. Он такой, я ухожу. Ясно? Я просто беру и ухожу. Даже не пытайся меня остановить. Хорошо, я не буду пытаться тебя остановить. Паровозик Томас. Ей. Так, ладно. Сейчас он пойдет направо. И мы с тобой забежим вот на эту лестницу. Я ее сразу же приметил. Там еще, кстати, записка. Ну-ка. Успели я подобрать записочку? Так, прослушаю записку. Сразу сваливаю. Я открыл какую-то ачивку. Это было рисково. Повсюду эти цементные мешки. Что они пытаются сделать? Паровозик Томас, реально. Давненько я не смотрел этот мультик. Точнее, я его никогда не смотрел, но все же. Окей, Бенди любил покататься на этом паровозике, видимо. И вот тот самый рычаг. Нам нужно на него нажать. Свет выключился. Давайте убивать меня. Я не хочу на это смотреть. Убивайте меня. Да, я ко всему готов уже. Я пол игры прошел, поэтому еще раз перепройду ее. Да, вы не поверите, я в четвертый раз перепрохожу эту игру, потому что все время здесь не работает сохранение. Из части в часть. Здесь невозможно нормально засейвиться. Приходится все проходить с самого начала. Мне показалось, что этот КамАЗик двигается. Нет, это все-таки паровоз. Это штампы этих паровозиков. Отсюда они производятся. Окей, мы с тобой активировали два рычажочка. И теперь нам нужно вернуться и активировать четвертый рычаг. И тогда у нас откроется какая-нибудь дверца, скорее всего. Нужно просто подняться по лестнице. И... Да ладно, мужик. Он опять сзади меня, дайте отгадаю. Он сзади меня, да? Вот, он светит на меня. Ну что, ну я спрятался в этот шкаф. Что тебе от меня нужно? Давай, открой дверцу, я тебе по морде дам. А! Меня теперь и Бенди убьет. Драка! Кто из них выиграет? Ну, Бенди, конечно, он оторвал ему голову и кинул ко мне. Он посмотрел на меня. Ну, сейчас он меня точно убьет. У него хвост отрос? Почему он нас не убил, если он знал, что мы сидим в этом шкафу? Так, и куда ты ушел? Телепортировался. А может быть, он что-то после себя оставил? Так, вот его голова. Из нее льются чернила. Мы убили этого монстра. Но я же говорил, рано или поздно мы с ним поквитаемся. Опять этот паровозик. Чо-чо, паровозик чо-чо. Будем его так называть. Провод у нас засверкал, и мы с тобой идем к рычажочку. Нажимаем на четвертый рычажочек и активируем финальный рычаг. Rescue Boris. Что у нас открылось? Что-то мне это не нравится. Так, садимся в этот паровозик. Поехали. Мне не нравится эта смешинка. Кто там смеется? Кто это? Вау. Призрак. А, это та обезьянка механическая. Мы ее убивали уже. Я боюсь смотреть вперед. Бориска! Борис, я здесь, Борис, иди на мой голос. Это обманка. Фонарик плюс мягкая игрушка. Элли специально расставила эти ловушки.
Почему ты тут? Ты хочешь отправиться быстрее в ад? Тебя ждет сюрприз. Это основное, что я понял. Вау. Мы заезжаем с тобой в главный зал. Медуза Горгона! Осьминожка. Какой-то зал. Видимо, это комнатка Элис. Квартирка Элис. Неплохая у тебя хата, Элис. Со вкусом сделана. Это ее мачеха? Нет, это скорее всего Элис. Мы можем из этих картин вообще в целом понять весь сюжет. О, вот мы тебя и нашли. Что с тобой сделали? Он берет меня в руки. Куда ты меня везешь? What? Эй, Борис! Что с тобой, Борис? Что с тобой, Бориска? Воу! Фак! Он меня почти догнал. О май гад. Да что с ним такое-то, а? Борис, как нам его убить? Так, он потек. Опа! Я взял его кишку. Буду бегать с твоими кишочками в руках. Давай, беги на меня. Ближе. Вот ты молодец. Закидываем отсюда. Главное подключить свою смекалочку. Так, а что нужно-то Борису? Кофе? Шестеренка? Нет, не подойдет! Он опять меня чуть не разнес. Так, что? Ни косточка, ни кофе, ни шестеренка. Он прямо сзади меня. Давай. На меня, щеночек. Кабанчик. Активируем рычаг. Что? Что здесь будет? О, ломик. Ломик это то, что нужно. Сейчас мы тебе снесем бошечку. Давай на меня, слабак. Фу на тебя. Сейчас мы его ударим вот так вот. Оу, щит. Это было больно. Там его комочек счастья остался. Кинг-Конг. Крушить и убивать. Да, Бориска, я знаю, ты хочешь на мне оторваться, хочешь набить мне щи за то, что я тебя не спас. Ну не так же! Борис! Ай-яй-яй, он меня может убить! Так, из него эта жижа для вейпа выпала. Закидываем ее сюда. Как же он меня разносит, а? Он меня решил избить. Я его пнул. Он меня еще не убил. Так. Вот его жижа. Его печень. Закидываем его печень в этот автомат. Фак! Он меня убил! Я в шоке! Борис, как ты так мог? Получай по башке! На! Ну! Получай! Получай, вонючка! Получай, засранец! Как тебе такое? Как его убить-то, а? Он меня убил опять! Да ладно! Хорош! Я устал бегать от тебя! Получай! Вот это я его двинул. И двигаем его! Есть! Я его убил! Да ладно! Фу, извини, Борис, но ты сам напросился! Получить лещей знатненьких от Пози. Он растворился во тьме. Фу. What? Кто ее проткнул? Это Алиса или не Алиса? И Борис, он жив! Получается, это что-то наподобие теневых клонов. И это все? Это конец? Да, это походу конец. Фу. Скажу честно, это была достаточно сложная глава. Предыдущие главы, которые мы с тобой проходили, давались мне достаточно легко. И мне даже иногда казалось, что... Боже мой, Бенди скатывается. Нет, после такого, мне кажется, Бенди поднялся в моих глазах. Хардкорная игрушка. Вы сами все видели, мне очень тяжело дался Борис. Пару моментов было, где я очень жестко испугался. У меня чуть сердце не остановилось. Чуть не выпрыгнуло из груди. Прям на стол, сюда, где я записываю видосы. И я надеюсь, тебе тоже понравилась эта глава. Я хочу дождаться финальной картиночки. В конце каждой главы дается отсылка к следующей главе. И поэтому давай мы с тобой дождемся. И посмотрим, что же будет в самом конце. Смотри, какие классненькие фанарты здесь. Это победитель. В конкурсе фанартов по Бенди. Отдельное спасибо.
Тут буду я? Позе. Нет, тут не будет Позе. Бенди еще вернется. Ну что ж, посмотрим, как он вернется. Опа! Чернильные монстры убили Алису. Или же попытаются ее воскресить. У них же есть свойство регенерации. Ладно, на этом наш ролик подходит к концу. Ставь свои лайкосики, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. И оставайся таким же крутым и веселым. Адьос! Playtime!